Вы знаете, готовясь к Новому году, я прекрасно понимаю, что наступит момент, когда мы пойдем к друзьям, когда нам захочется выглядеть особенно празднично, но при этом также выбирать комфортные вещи. Сегодня бренд Primavera порадовал меня как никогда. Удивительное сочетание блеска, комфорта, яркого декора и невероятной красоты. Поразили меня невероятный блеск, такое мерцание складывается, что на мне миллионы серебряных нитей. Обращаем внимание на то, что сегодня вещи, которые мы видим с вами, обладают еще невероятной мягкостью. Вот раньше, когда нам предлагали изделия из люрекса, первое, что нас волновало, что эта вещь будет покалываться, испытывая дискомфорт, мы будем в этой модели. Но нет. Надев эту вещь, я вообще ее не чувствую, как говорит Олечка Грядунова. А это значит, эта модель обладает очень хорошей посадкой, когда нигде ничего нам не стягивает. Я уверена, что придя на любое мероприятие, вам захочется двигаться. Вам захочется, чтобы эта вещь не сковывала ваше движение. И вам всегда захочется быть в центре внимания. Для тех женщин, кто любит необычные материалы, для тех женщин, кто любит необычные блузы-туники и любит сочетать их как с брюками, так и с юбками, мы предлагаем новинку. Впервые на телеканале Шоп-н-Шоу капсульная коллекция от бренда Primavera. И я хочу сказать, что у нас два цвета. Для тех, кто любит золото, у нас золотой оттенок, бронза. А для тех, кто любит серебро, это мой выбор – серебро. Ну, во-первых, серебро – это более белые металлы. Их выбирают женщины, у кого платиновый цвет волос. Серебро любят носить яркие брюнетки. А вот женщины, у кого солнце в волосах, как у нашей Олечки Лукомской, выбирают золото. Посмотрите, какая это красота. Красота. Согласитесь, вещь как будто бы сошла с подиумов. Она настолько богата, она очень красива и оригинальна. Как вы думаете, сколько бы вы заплатили за такую модель в брендовом магазине? Да, где-то 4000 рублей. Завтра почти такая цена и будет вас ожидать. Сегодня за 2499 рублей вы приобретаете эксклюзивную модель. А не создается ли у вас впечатление, что это туника-двойка? Как будто бы на блузу-водолазку из люрекса накинута кожаная жилетка. Вот такие вещи, платья-двойки, блузы-двойки, туники-двойки, сегодня как никогда актуальны. Итак, размерная линейка от 48 до 60. Выбирая верхнюю базовую модель, ориентируемся на объемы бюста. Оля носит 54. Длина изделия, мы специально его измерили для вас, приблизительно составляет 82 сантиметра. Плюс-минус 2 сантиметра в зависимости от выбора размера. Посмотрите, какая посадка. Вы знаете, кстати, чем вещь лучше сидит, тем лучше над ней поработали конструкторы-дизайнеры. И знаете, что самое главное, когда наш российский бренд начинает отшивать коллекцию? Это лекало. Чем сложнее модель, а мы видим здесь очень много деталей, тем сшить ее более сложно. Но посмотрите, давайте посмотрим сейчас на детали, сколько их здесь. Даже если коснуться зоны воротника. Воротник качели уже давным-давно полюбился нашими женщинами. На самом деле это оригинальный воротник, который заменяет украшения. Ну а если говорить об украшении, вы только посмотрите, сколько его. Я уверена, что мои коллеги в рубрике «Украшения» оценят по достоинству жемчуг, который здесь у нас разбросан хороводом по всей тунике. Аппликации на самом деле очень сложная работа. Когда внизу находится ткань, я вам сейчас ее покажу, посмотрите. И вырезается на имитации замши, посмотрите, вот эти узоры. Это очень сложная работа, но зато какая. Мы видим с вами ниточки, это значит и пломбы, посмотрите, вот металлические пломбы. Именно на эти пломбы и на нити соединены наши детали. А что это значит? Значит, что здесь нет ни капли клея. Это значит, что эту тунику вы можете носить много лет, не переживая за ее внешний вид. Я думаю, что вы уже впечатлились нашей моделью. Давайте выберем ваш размер. Вот Ксюша, например, выбирает серебро. Я уже говорила, что ярким брюнеткам, у кого холодный цветотип, очень хорошо подойдут белые холодные металлы. Ксюша выбирает для себя брюки Хейли черного цвета и нашу тунику. Ксюшенька носит 48 размер. На нашей модели туника выбрана на размер побольше. Внимание!
Советую женщинам, которые предпочитают брючные ансамбли, выбирать туники на размер больше. Для тех женщин, которые любят носить юбки-карандаши, вы можете выбрать тунику размер в размер. То, что касается посадки. Я всегда говорила о том, что за посадку изделия отвечает не только лекало, но и ткань. И давайте посмотрим сейчас на основное полотно. Я уже не раз заявляла о том, что сегодня многие дизайнеры мира ставят на пьедестал имитацию кожи. Посмотрите, кожа рептилий. Сколько могут стоить сегодня натуральные кожаные вещи? Может ли ваша кожаная туника быть настолько мягкой? Я даже чувствую легкий бархатистый эффект, но это еще не все. Ткань обладает изнутри невероятной мягкостью. И на самом деле она напоминает замшу, как будто кожура персика. Посмотрите еще, как хорошо она тянется, и при этом у нее есть возвратный эффект. Это значит, что такую вещь вы можете стирать дома. И, между прочим, в такой блузе вы можете затмить виновницу торжества. И я хочу сказать, что этот блеск, друзья мои, никуда не исчезнет. Современные ткани, нанотехнологии, голографическое нанесение на трикотаж этого блеска позволит вам быть особенной. Внимание на экран! Посмотрите, вы видите сейчас совершенно разные ансамбли. Если вы хотите контрастное сочетание с низом, выбирайте, как я. Это юбка Электро, яркий бордовый цвет. В сочетании сейчас с нашей туникой это невероятная красота. Вы знаете, хочется двигаться, и если бы сейчас мы выключили свет, то все замерцало. Этого огня было бы достаточно. Я обожаю такие вещи. Они всегда выглядят очень особенно. Но выбирая вещь, я всегда обращаю внимание на ее посадку. Зная секреты своей фигуры, я предпочитаю вещи, которые скрывают мои секреты внутри. Здесь я нашла в этой тунике то, что искала. Длина, свободный фасон, а силуэт, углубленная пройма и все секреты, которые говорят на то, что эта туника создана для женщин любого телосложения. Если у вас 46 размер, немедля присоединяйтесь к нам. Многие спрашивают: Света, а что это за рукав? Это золотая середина между длинным и укороченным рукавом. И со мной согласятся миллионы женщин. Это любимый фасон рукава. 3/4. Такая туника подойдет для женщин как высокого роста, так и для женщин миниатюрных, как наша Оленька Грядунова, как Ксюша. У Ксении, кстати, средний рост 1,70 м. Ольга Лукомская выбирает для себя золото, Ксюшенька серебро. Я тоже выбираю серебро. Что вы любите носить? Брюки? Тогда эта вещь идеально будет сочетаться в праздничном варианте. Если вы собираетесь на работу, многие сотрудники перестанут работать, когда вы зайдете, потому что от такого блеска невозможно оторвать взгляда. Многие спрашивают: Свет, а вот это напыление не исчезнет? Хочу сразу сказать, ткани современные, они обладают хорошей защитой, но, конечно, любой блеск все равно рано или поздно на многих вещах теряет свою основу. Здесь нет. Лучше стирать эту вещь на руках. При этом хочу напомнить, так как она черная, возьмите порошок для цветного белья или специальный гель для стирки деликатных материалов. Капсульная коллекция впервые на телеканале Shop & Show от известного бренда Primavera. И, кстати, если вы будете отмечать тематическую новогоднюю вечеринку, купите для себя, например, золото, а для своей подруги серебро. Лучше выбрать размер в размер для обладательниц пышных форм на размер больше.